Что хотят эти больницы? Они хотят, чтобы было зафиксировано на бумаге то, что Нагорно-Карабахская проблема есть внутреннее дело Азербайджана. Это тоже не самоцель, это шаг к тому, к выводу миротворцев. Потому что если Нагорно-Карабахская проблема является внутренним делом Азербайджана, если вообще то, что происходит в Арцахе, является внутренним делом Азербайджана, то зачем там нужны миротворцы? Ну, мало ли в Азербайджане национальных меньшинств. Ну, талыши есть, лезгины есть, там, я не знаю, евреи есть, русские. Там же не стоят миротворцы около каждой из этих мест компактных проживания этих людей. Соответственно, и тут. Вот что хочет Азербайджан. Для того, чтобы на такой вариант согласилась Армения, на нее надо очень сильно давить. Я не вижу субъектов этого давления, кроме, собственно, Азербайджана. Посему мне было бы, ну, мне трудно представить, что это будет подписано до Нового года.